Я искренне рад сегодня быть с вами на этом празднике, празднике автоспорта. Тюнинг – это вообще искусство. Это тогда, когда люди, любящие свои машины, своих коней, украшают, доводят их практически до совершенства. Это то, как человек, любящий свою лошадь, ухаживает за ней, вычесывает ей гриву, моет, лелеет, холит. Если это сопоставимо в сравнении с нашими железными конями, то вот это все присуще нам издревле. Я рад, что мы сегодня организовываем первый слет Юга России, посвященный автотюнингу. Огромное спасибо всем тем, кто принял участие в нашем мероприятии, кто приехал в соседних регионов. Низкий вам поклон, глубокое уважение. Также, когда будет вас проходить мероприятие, мы также вас поддержим. Всем приветствуем. Спасибо большое, друзья! Спасибо! Вы отличная публика, мне было приятно с вами работать.